Итак, что мы имеем, короче, в этот раз? Вообще нормально. Скейтборд. Короче, стул. На меня встали немцы там. Вот это реально классный диван. Привет, братва! В эфире уже четвертая часть халявы в Германии. Про то, как немцы выбрасывают ценные вещи, а мы их подбираем. Кстати, в конце этого выпуска будет разыграна одна из находок. Ну а сейчас желаю всем приятного просмотра, готовьте чай и погнали! Итак, сегодня у нас шпермуль в дождь. Короче, мокрый шпермуль я его буду называть. Вы все давно просили шпермуля, его все никак не было. И вот сегодня в дождливый день, короче, он наступил. Итак, что мы имеем, короче, в этот раз? Отличный кожаный пуфик, тумбочка какая-то, столы, какие-то картины, и тоже столы еще, посуда какая-то, посуда. Ладно, едем дальше, короче. Все промокло нахер, я чувствую, это будет очень веселый шпермуль. Пойдемте посмотрим вторую кучу. Уже и дождь поменьше стал. Итак, тут у нас есть какой-то скворечник, значит. В принципе, тут свечку, можно свечку поставить, зажечь. Какие-то... для детей. Ну, для нас, то есть. Какие-то штучки можно хранить. И вот диван, короче, в принципе, довольно неплохой. Окей. Просто вот тут мужик отъезжал, я ему перегорел дорогу, и поэтому он меня выгнал. Так, возвращаемся к этой куче. Очень крутой диван. Мягкий, в нормальном состоянии, с подушками. Просто выбросили, сейчас он просто мокнет. Сейчас будет самое обидное, в принципе, самое прикольное, если найдем какую-нибудь технику крутую. Ну, какой-нибудь хотя бы там телевизор, не знаю, пылесос. Просто он будет мокнуть, хотя рабочий. Вон там еще одна куча есть. Посуда, короче, опять же, мебель, шкафы, тумбочки. Во! Вот тумбочки, кстати, очень прикольные. Вообще нормальные. Реально, они очень плавно выезжают, смотрите. Раз. И сами задвигаются. Вот эта тумбочка очень крутая. Но мне не нужна, у меня этих тумбочек дома уже вот так. Самое интересное то, что даже в такую непогоду все равно есть конкуренты. Вон впереди меня едет машина грузовая. Тоже ездит по кучам, по-любому что-то собирает. Так, раз они едут налево, то мы едем направо. Слава богу, постепенно уже прошел дождь. И я нашел уже более-менее нормальную кучу. Тут есть крутые кожаные такие чемоданы. Но реально некачественно сделаны. То есть это не просто какое-то говно. Это вообще сумка такая. Тоже, наверное, немаленьких денег стоит. Раковина очень даже неплохая, со смесителем. И вот эта штука тоже. Тоже плавно ходит. Смотрите. Раз. Ну, в общем, она плавно ходит. Поверьте мне на слово. Так, побежали к тачке. Итак, можете меня поздравить. Это точно первая нормальная куча. И я здесь вижу, где-то видел скейтборд. Скейтборд. Да, нормальный скейтборд такой. Сейчас прокатимся. Скейтборд, конечно, вообще убитый, но его можно будет чем-нибудь, не знаю, поджечь там. Пойдет для будущих выпусков «Будни шоумена». Вот, например, отличный, короче, стул с хромированными ножками, реально нормальный. Самое интересное, то, что этот мужик мне сейчас сам пытается что-то впарить. Объясняет, что возьми это, то. Вот, например, есть колесо. Мне еще вот это нравится, такой реально прямо трон, короче. Можно сесть так. Муравьи, что, все в дом, все в дом? Че за диван? Да на него стали немцы там бурливали, ты че, куда ты собрался кидать? Не мой это рубля. Да чуть-чуть торчать будет подумать. Да не, так не поеду. Да, а че, покажи диван. О, нихера себе, бля. Вот это нормальный диван. Ты там слишком большой, по-моему. Нет, там не готов вторая часть. Это одна половина. Ну давайте, успехов вам, парни. Music are the healing in the nation, it's spectacle. Bring about the socket of the play with the truckle. Походу, сейчас уже солнце выходит. Такая вот погода в Германии. Шел ливень, потом он перестал, потом пошел обычный дождь. Сейчас вот солнце. Дальше неизвестно, что будет. Итак, еще одна куча. В принципе, все по классике уже. Куча мебели, стулья. О, карта. Карта мира, да ладно. Вот такая вот прикольная карта. Я не знаю, мне она очень нравится. Если бы она не промокла, я бы себе ее забрал. Так было бы круто помечать на карте, где ты был, в каких странах, там, в Гонконге, там, тут, там, по России. И вот кожаное кресло. О, кстати, я вижу провод. Откуда идет этот провод? А, да ладно. Во! С
основа, короче, это электрическое кресло, я уверен, оно работает. Вкладывается вперед-назад, но у меня такое же дома, только кожаное. Видите, так как это электрическое кресло, немцы его выбрасывают и решили его еще пленкой накрыть, чтобы как бы оно не испортилось. Сковородки никому не нужны, с тифоновым покрытием, походу, еще. Посмотрите, вот это уже реально царская мебель. Тут уже реально нормальный такой, старенький, но он очень круто выглядит. Два кресла нормальных, реально нормальных. На Авито такой вот комплект, мне кажется, из дивана и двух кресел будет стоить, не знаю, 1015 рублей, ну минимум. Очень хорошее качество, то есть все крутится, вот хром. Он, конечно, промок весь говно, но выглядит круто. Помните, я в начале видео говорил, что я хочу найти пылесос? И вот я его нашел. Смотрите, тут еще есть термос. Термос мне не нужен, естественно. Пылесос. Так, походу без мешка для сбора пыли. И еще я нашел рюкзак Декан. Да ладно. Вот это вообще нормальные подгоны. Я думаю, наверное, этот рюкзак я разыграю за репост просто так. Вообще, в дальнейшем многие подписчики просили, чтобы я какие-нибудь призы разыгрывал. Вот думаю, вот этот рюкзак я разыграю. А вот эта куча мне нравится. Здесь есть футбольный мяч, скутер, что еще? Лампа какая-то, вот большая лампа. А, не-не-не, скутер это не шпермль, скутер с номерами. А футбольный мяч нормальный, можно взять, будем на работе играть. В прошлый раз я просил написать, сколько можете набить мячом, и в итоге просто было куча... О, нифига. А, машину сейчас свою ударил. Много людей написало, что там набивает там больше сотки, кто-то даже там бесконечно писал. Вот так вот все это происходит, прям с окна скидывают. Так, вот на самом деле шикарный столик журнальный, стеклянный, из черного стекла. И снова компьютерный стул, на этот раз вообще крутой, синий, кожаный. Так, мокрый только. Блин, а что? А, мокрый стул. Вот тут сразу еще одна кучка. О, вот это круто. Вот это реально классные диваны, еще и два. Два дивана еще. Блин, ну сейчас эти диваны точно кто-нибудь заберет. Баскетбольный, он вообще какой-то сдутый. Бадминтон, это что такое? Теннис большой. Немцы пару дней назад выиграли футбол Украину и понавешивали флагов везде, вот на машине там у них, на каждом там, не знаю, третьем дому везде флаг торчит. И вот еще одна кучка. Думаю, это, наверное, будет заключительное на сегодня, потому что я уже устал ездить. И тут есть два журнальных столика. Вот один такой, очень на самом деле неплохой, главное его только помыть. Вот, ну и второй такой дерьмовый. После прошлых видео вы просили меня что-то разыграть. Так вот, сегодня будет разыгран вот такой рюкзак Декайн. Правила очень простые, вы должны всего лишь поставить лайк этому видео, подписаться на мою группу ВКонтакте и оттуда сделать репост записи с этим видео. На всякий случай я оставлю правила конкурса в описании. Ну а если вы еще не видели прошлые выпуски, то обязательно их посмотрите. Также пишите свой комментарий по поводу этого видео. И подписывайтесь на канал на следующие серии. А с вами был Дима Гордей. До новых встреч!